машин по узкой дороге у роддома практически не прекращается. А уж когда одну из полос превращают в парковку, хоть караул кричи. Геннадий Конарев работает водителем скорой уже 15 лет. Говорит, чтобы припарковаться у здания больницы, нужен вагон опыта и КамАЗ терпения. Особенно, когда выписка детей идет, сюда невозможно заехать. И еще на ночь бывает ставят левые. Тут два врача стоят, но они в уголочек ставят, не мешают. Бывают такие вот залеты, на ночь бросают и уходят. Вот там тоже черти что творится. Бывает, вот сюда заезжаешь, отсюда задом выезжать приходится, когда здесь забьют все. Там тоже ничего не видно, там бесполезно даже сигналить. Разъехаться по этой дороге – настоящее искусство. А уж зимой, когда и без того не широкую улочку сковывают сугробы вдоль бордюров, до аварии остаются считанные сантиметры. Или в соседнюю машину врежешься, или, не дай бог, пешехода зацепишь. Такая ситуация возмущает и самих автомобилистов. Да, еще ставят там в один ряд возле магазина. Вообще бывает, что протиснуться невозможно. Как-то бы расширить этот заворот немножко, было бы хорошо. Вот если только вон то место расчистить, сделать больше, чтобы вот эти машины вот так вот не стояли вдоль дороги. Потому что гололед, в один ряд все выстроились, и неудобно ездить. Ну, они не должны стоять, ну а куда они встанут? Они в больницу приехали. Этот небольшой участок принадлежит сразу трем лечебным учреждениям – детская больница, взрослая и роддом. За последние годы количество машин у жителей города существенно увеличилось, и советская планировка не рассчитана на такой объем транспорта. Директор роддома борется с этой проблемой не один год, ведь припаркованные машины часто мешают в самых экстренных случаях. Бывали случаи, когда машина паркуется и скорая помощь должна ее объезжать. То есть это, пусть это даже 2 минуты, но потеря времени в некоторых ситуациях – это для нас важно. Руководство роддома тесно взаимодействует с УВД, но гаишники не могут регулировать эту улицу круглосуточно. Поэтому Саулия Манжурова внесла предложение на рассмотрение акима. Вариант пока только один – развернуть социальный павильон в сторону детской больницы и расширить парковку. Поэтому мы что-то можем делать, если проходимость такая здесь. Дорогу расширить мы не можем, нам площадь не позволяет ее расширять. Как вы говорите, там магазин куда-то убрать, ну... Не убрать, только его развернуть и скинуть. Если это возможно, если невозможно... Посмотрим, потому что мы уже выделили, там земельную акцию есть, как бы, там тоже человек работает, тоже это было подсчитано. Ну, будем смотреть. Эту проблему пообещали решить, а пока водители продолжают парковаться под запрещающими знаками и в соседних дворах. Врачи же скорой помощи таскают лежачих больных до входа на носилках, тратя силы и драгоценное время, ведь подъехать к крыльцу медучреждения практически невозможно. Светлана Лебедева, Владимир Пороховой, новости Темиртау.